Руководителя потребительского кооператива «Ай» Айдара Гиматова, обманувшего жителей республики на 37 миллионов рублей, признали виновным в мошенничестве. Приговор аферисту вынес Салаватский межрайонный суд. В 2016 году Гиматов начал предлагать гражданам услуги по обналичиванию материнского капитала. Обвиняемый убеждал клиентов вносить в кооператив заемные средства до поступления денег из пенсионного фонда. За полтора года на уловки мошенника попались 44 клиента. Полученные от них 17 миллионов рублей Гиматов потратил по своему усмотрению. Подсудимый также заключил с вкладчиками договор о сбережении на сумму более 7,5 миллионов рублей. При этом фактически деньги в кассу компании не внес, а похитил. Кроме того, он присвоил свыше 11 миллионов рублей, которые якобы брал в долг под проценты, а также 1 миллион 600 тысяч рублей под видом продажи квартиры. Преступления были совершены на территории Дуванского, Мечетлинского и Кигинского районов. Общая сумма причиненного мошенникам ущерба составила 37 миллионов рублей. Чтобы избежать уголовной ответственности, два года назад Айдар Гиматов инсценировал собственное утопление, оставив свои вещи на берегу реки. Спустя два года пропавшего без вести мужчину нашли целым и невредимым в заброшенном доме в одной из деревень Дуванского района республики. Суд приговорил мошенника к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.